Тысячи людей со всего мира приняли участие в церемонии прощания с Габриэлем Гарсией Маркесом. Среди собравшихся в Мехико были выдающиеся деятели культуры, политики, друзья и многочисленные поклонники творчества великого колумбийца, для которого Мексика, где он жил долгие годы, стала второй родиной. Сегодня мы с горечью в сердце прощаемся с самым известным колумбийцем всех времен – Габриэлем Гарсией Маркесом, сказал президент Колумбии Хуан Сантос. Это гордость для Мексики, где он прожил здесь более 5 десятилетий. Габриэль Маркес получил самое главное признание и искреннюю любовь миллионов людей по всему миру, отметил президент Мексики Пенья Ньето. Изобретатель жанра магического реализма, знаменитый автор «100 лет одиночества» и других известных романов, скончался в прошлый четверг в своем доме в Мехико. Ему было 86 лет. Всего за неделю до смерти он был выписан из клиники, куда его госпитализировали с подозрением на пневмонию. Где будет захоронен прах писателя, который по настоянию родственников был кремирован, пока неизвестно. Возможно, что Габриэль Гарсия Маркес, у которого при жизни было две родины, и после смерти обретет покой сразу в двух странах – в Колумбии и Мексике.